Маринда. Ну, много чего про нее написано, да, в капсулке есть и листья, и плод, да, то есть, ну, все части растения. То есть, если в сукноне там только плоды, да, то в маринде так. Маринда прекрасно регулирует эндокринную систему. То есть, знаете, она тоже как вот на автопилоте. Ее настраивает, то есть, центрального действия. То есть она не отдельно там щитовидную железу нормализует или отдельно там яичники, да, а именно центрального действия, то есть гипофиз, гипоталамус, вот там. Там, где наши дирижеры эндокринного оркестра сидят и управляют. Но она известное, хорошее и противовирусное средство, и противогрибковое. И мы часто очень используем маринду всегда в программах паразитарных, именно против простейших. Например, лимблиоз. То есть она всегда будет в программе. У нее хорошее антилимблиозное действие. Плюс она еще успокаивает и дает обезболивающий эффект. Чуть-чуть меньше, чем у соканони, но как бы тоже ощутимый. И очень хороший результат на циститах. Да, ну вот как бы, да. То есть такое его действие, центральная нервная система, да, балансирует эндокринная и пищеварительная. Ну, в целом здесь как бы это и написано. То есть оно у нас есть и в программах, и можно отдельно вот так для себя баночку две попить. Кстати, достаточно вкусная в виде чая. То есть ее раскрываете капсулу, да, и можно выпить в виде чая. То есть если, например, там, ну, вдруг так оказалось, что у вас дома одна маринда, да, а вы чувствуете, что горло начинает саднить и надо что-то делать, то вот ее горячую с чаем можно 2-3 капсулы заварить и выпить. Очень хорошо работает.